Я до старого магазина. Иди купи газеты. Хочешь получить реванш? Нет, сегодня не мой день. Тем хуже для тебя. Абдул нерде калды? Что делает Абдул? Талат не любит ждать. Скажи ему, чтобы принес газеты. Сразу как появится. Махмед. Сколько? Талат. 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 Что еще? Я не хочу, чтобы эта свинья жила еще хоть одну секунду. Он убил Назиму.
Ну что? Мы до сих пор не знаем, кто был тот человек. Его необходимо быстро найти. Он убил Назиму. Я хочу вырвать его сердце. Вам надо быть в Дюнкерке. На второй половине дня вы уезжаете следующей ночью. И каким образом? Вы отчалите на корабле под видом французского врача из Европейской гуманитарной организации, которая объединяет несколько стран: Германию, Бельгию, Великобританию, Францию. На корабле будет все необходимое: медицинский материал, медикаменты и предметы первой необходимости для иракских и турецких курдов. Оружие находится среди ящиков с медикаментами. С кем я буду держать контакт? Он сам представится вам в порту, как господин Алан Россини. Причал номер 7 вас встретит АПО, курдский врач. Вместе с ним сначала вы зарегистрируете груз, и если все пройдет нормально, у вас будет остановка в Афинах. Там вы выгрузите оружие. Остается только устроить ваш отъезд в Дюнкерк. Я сам этим займусь. Это последний раз, когда мы видимся. Бойня в Хамаме ваших рук дело. Я вас прекрасно понимаю, Поль. Встретимся снова. Очень хорошо. Он ничего не хочет говорить. Сукин сын. Мы почти готовы схватить руководителя европейской части партии Курдистана. Незаметина? Да. Месяц назад мы смогли узнать, где он находится во Франции. Он смог от вас уйти? Нет. Мы довольствуемся тем, что следим за ним, для того, чтобы арестовать его в дружественной стране. Недавно мы узнали, что он находится в Германии. Вчера я приготовился туда поехать, но на меня было совершено покушение. И что же вы ждете от меня, господин Талаат? Назовите мне имя моего убийцы. Я уже вам сказал, я ничего не знаю на сегодняшний день. Вы от меня ничего не скрываете, господин Поль? Совершенно ничего. Я мог бы дать вам информацию об исламистских организациях, действующих в Европе и во Франции. Вартан Мадарьян родился в Стамбуле 24 апреля 1955 года, изучал право Франции и Турции, посещал сепаратистские круги курдов и вступил в секретную армию возмездия за геноцид армян в 1980-м. Вахи Яникян родился в Бейруте, переводчик. В 90-м году он вступил в ту же организацию. Оставшийся по-прежнему неопознан. И значит, это не может быть никто иной. Не так ли, Вержиль? Да. Вы можете идти, Вержиль. Но перед этим оставьте мне все досье на членов организации со времени ее основания. Я хочу еще раз проверить. Сию минуту.